поражение на Украине означает точно так, совершенно перегруппировав силы, может быть, на это понадобится годик. В следующем году будет такое же вторжение в Россию. Готов президент. Его фамилия, там они Порошенко назначили, у нас знаете кого? Вы уже знаете? Ну, конечно. Они не скрывают. Американцы же, они же ребята простые. У них все работает. Зачем им скрывать? И кого же? Ходорковский. Он уже назначен. Все, осталось только привести в Москву 5000 боевиков, дать команду чиновникам во власти, открыть ворота города, как и в Киеве. Никто же это не анализирует. Дурака же все включили. Дать команду ворота в городе, 5000 человек помашут руками, испугают. Те же украинцы, кстати, русскоговорящие, вполне достаточно. Все, к чиновники открыли ворота в городе, сдались, перепугались якобы, все разбежались. И в результате военного переворота спокойно назначается господин Ходорковский. Задача Ходорковского будет ликвидация, собственно говоря, российской государственности, ту, которая была поставлена еще в 90-е годы. Она была просто недобита. И значительное сокращение численности русского населения на территории России. Ликвидировать исторического врага. Американцы об этом подробно говорят. Тоже их начальники все это сказали. В бумагах прописали. В документах обозначили. Процесс пошел. Я еще раз говорю, к тому, люди, которые на Украине, в том числе граждане России, настоящие патриоты, они, не решив проблему пятой колонны в России, не решат проблему ни на Украине, ни защиты, собственно, России. Вот такая простая формула. И это, она работает, еще раз говорю, эта формула работает.